меня полное ощущение, что вот где-то в ближайшие минуты стоит ожидать какого-то взрыва. С какой стороны, не знаю. Логичнее, конечно, со стороны Ярославского «Локомотива». Какого-то всплеска активности. Вот сейчас неплохая атака может получиться. Будет удаление, но атака продолжается. Удаление будет у «Атланта». Вот так. И что? И что? И шайба в ворота? Друзья, я вам скажу так. Я не готов сейчас спешить. По правилам Национальной хоккейной лиги в таких случаях шайба была бы засчитана. Но есть правила Международной федерации хоккея. И, по-моему, ну давайте посмотрим, от пушки какого игрока. По-моему, от пушки ярославского игрока шайба. Ну, во-первых, смотрим вот момент. Да, не смог. Александр Калянин. Да, от собственного игрока. Вот такая глупейшая передача. В позапрошлом сезоне в Национальной хоккейной лиги защитник Монреаля упер. Вот когда команда получила большинство, вернее, был отложен штраф, и Кэри Прайс покатил из ворот на скамейку. Бёрн этого не ожидал и от ближнего борта шайбу отправил в сторону ворот. А ворота же были пусты. Шайба была засчитана. Что здесь? Я вот просто пока не готов сказать. Александр Нестеров отправляется на скамейку для штрафов. Константин Барулин! На Константина Барулина засчитана шайба. Ну, значит... нет, вы знаете, что значит? Что это какой-то кошмар.